Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня распаковка первого заказа из 7-го каталога Oriflame, заказ на 152 балла. Я очень радуюсь, что вернули нам приятные цены, потому что у меня сразу пришли заказы от клиентов, и я получила подарок. И начну я, конечно же, это видео с подарка. Подарок-хвалилка. У нас была акция, нужно было накапливать спонсорские баллы за новичков, то есть приглашали новичков, они делали заказы, а нам за каждый балл новичка начислялся спонсорский балл, и нужно было накопить, по-моему, 700 баллов, чтобы получить вот такую вот коробку. И в этой коробке паровая швабра, она очень тяжелая, кстати, ой, я с трудом ее поднимаю, за 1 рубль. Сейчас только посмотрели на Озоне, она стоит 9900 со скидкой, без скидки, по-моему, 12 с чем-то. А когда было повышение цен, я смотрела, она стоила 24 тысячи. Мы еще не открывали, не пробовали. На нашем канале Дом вверх дном будет полный обзор с распаковкой, как моем полы, я расскажу свои впечатления, стоит не стоит ее покупать или заказывать, там как на ваше усмотрение. Мне кажется, она будет классная, по крайней мере то, что я видела от других, кто получил ее в подарок раньше меня, там полный восторг, потому что этой шваброй можно и плитку мыть на полах, и плитку на стенах в ванной, а у нас потолки высокие, в ванной я даже наверх не достаю без специальной стремянки, поэтому я, конечно, очень хотела получить ее в подарок и не терпится уже опробовать. А сейчас мы посмотрим, что у меня в заказе. Слушайте, заказ не очень большой, но здесь столько повторений, поэтому я думаю, что мы посмотрим очень быстро. И начну я с того, что вот первое в руки попалось, это пена для ванной 750 миллилитров. Она сейчас у нас идет в распродаже. Когда вы делаете заказ, то из корзины нажимаете далее, попадаете в раздел акции, и там много классных предложений, и одно из них — это пена. Вы знаете, я ее очень люблю, мы используем не только для ванны, мы с ней купаемся, и я ее даже иногда наливаю как жидкое мыло, поэтому мне кажется, это очень удобный формат, большой, получается очень выгодно по деньгам, по-моему, 319 рублей вот весь этот баллон пены, и 250 миллилитров 100 прям с хвостиком, это же нормальная цена за такой вот классный продукт, потому что она очень концентрированная, такая густая, классно пенится, с приятным ароматом, я ее очень-очень вам тоже рекомендую. И с этой же распродажи смотрите, что я говорю, урвала, потому что недавно совсем посмотрела, у меня этого средства осталось чуть на донышке, сегодня вот мыла волосы как раз и практически все использовала, а я без этого средства не могу расчесаться, если честно. Что это такое? Ну, во-первых, серия Hair X, профессиональная серия в Oriflame, и это восстанавливающая сыворотка для волос, и она реально, как она работает, прямо сейчас открою, вам покажу, потому что я ее все равно буду сейчас открывать. Как она работает? Мы берем, тут по-моему стрелочку, поворачиваем стрелочку в сторону, где капелька, и я вот беру, знаете, буквально каплю, одну каплю вот всего, и вот так на кончиках пальчиках растираю, она согревается, и вот она маслянистая, такая жирненькая, поэтому много не нужно, и переношу эту каплю вот так вот на кончики, вот просто вот с пальчиков снимаю на кончики волос, когда они у меня спутанные такие, я их не могу расчесать, ничего не могу с ними сделать, потому что волосы сухие, они еще немножечко поджженные. Смотрите, вот я нанесла, она моментально впитывается, и расчесываюсь идеально, просто это фантастический продукт, и как видите, она не загрязняет волосы, и они становятся более гладкие, то есть таким полотном блестящим лежат, вот волшебный продукт. И представьте, мне нужна одна капля, поэтому мне хватает этого флакончика где-то на полгода, может быть больше, честно говоря, даже не помню, когда я предыдущий открыла, но это было очень давно. Не знаю, вот если запомнить, да, конец мая, и насколько мне ее хватит, можно посмотреть, потом в пустых баночках будет все. Посмотрите, как классно. Самое здоровское — это вот у кого проблемы с расчесыванием, то вот просто на кончики нанесли, и все, и вот у меня на руках ничего не осталось, даже вот ощущения жирности, липкости нет, и такой слегка сладенький аромат, вот прям легкий. Ну,
Очень легенький, то есть он не напрягает нюх и не перебьет аромат вашего парфюма. Все очень классно. Вот. И я довольна, что у меня волосы вот просто как шелк. Видите, они спокойно, я их так пятерней могу прочесать. А это очень важно. А еще я в распродаже взяла несколько, по-моему, три. Не помню, три или пять хотела. Ну, не вижу все в коробочке. Я взяла вот такие коробочки. Посмотрите, как красиво оформлено. Наверняка видели. А если вы новичок, то, возможно, не знаете, что это такое, поэтому покажу. В этой коробочке красивое оформление. Еще красивее вот такой тюбик 30 мл. Это крем для рук. Клюквенное блаженство. По-моему, так называется. Или, клюква и black tea, черный чай. Я почему-то думала, да, клюквенное блаженство, это у нас другая серия. Но смотрите, как здорово. Я эти тюбики в таких красивых коробочках вкладываю в подарок клиентам. Или просто дарю, кому хочу сделать комплимент, чтобы люди обратили внимание на продукцию Oriflame. И у меня потом появляются клиенты, заказы, интерес к продукции. То есть просто подарить 55 рублей стоит, по-моему, 55. В распродаже такая шикарная продукция. Поэтому всегда внимательно смотрите распродажи. И что-то там найдете такое необычное, нужное, интересное. То, что вам точно нужно. Наконец-то я поймала маску для рук. Недавно записывала видео, как ухаживать за руками, как сохранить молодость кожи рук. Вот мне сейчас 48 лет как раз исполнилось, это мой именинный букет как раз. И многие спрашивают, потому что мы снимаем зачастую видео крупным планом, когда в кадре только руки. И видно, что руки не обезвожены, нет морщинок, заломов каких-то. Почему? Очень важен уход, и не просто крем мазать на руки, а я мажу маску почти каждый день. Редкий случай, когда я этого не делаю. Я сейчас не буду открывать, потому что недавно только новое открыла, как раз продукт такой. Я щедро прям выдавливаю эту маску, в основном стараясь наносить ее вот на эти места, то есть вот то, что сухое, в этих местах заломы, я обильненько наношу, конечно, и сюда чуть-чуть, везде, на кутикулу, и даю время впитаться, чтобы она впиталась, ушла, и не оставить ее на пододеяльнике или на подушке. Еще лучший вариант — у нас есть перчатки хлопковые, специальные для таких вот процедур интенсивного увлажнения кожи рук. Наносим маску, сверху перчатки, можно с ними прям засыпать, но я обычно, когда засыпаю с ними, утром просыпаюсь уже без перчаток, видно, во сне мне все равно сдавливает туго, и я снимаю их и под подушечку, но они успевают сделать то, что должны сделать, то есть дать коже интенсивное вот это вот питание и уход. Представляете, какой классный продукт у нас есть, я даже не представляю, как бы я без него жила. Так, что я еще заказала? Тоже с распродажи кондиционер для, подождите, против выпадения волос. Обожаю этот кондиционер, он у меня любимый. Если не говорить про маски, а вот именно про кондиционеры, то этот мой любимый кондиционер. Вот он и еще Бьютаниклс. Два у меня просто самые мои любимые, потому что после него у меня волосы идеально расчесываются, прям вот классно. Вот еще капелька сыворотки, получается просто вау-эффект. Не знаю, что в нем в составе такое особенное, может быть, силиконы какие-то есть, но я вижу, какие у меня волосы, и мне очень нравится этот результат, и мне все время отвешивают комплименты, и даже бывают люди на улице, вообще незнакомые, говорят, какие у вас красивые волосы. У меня бывает такое, что люди подходят, спрашивают, чем я ухаживаю за волосами. Вот мы продукт своего продукта, то есть если пользуемся, делаем все по системе, не пропускаем, не забываем, не прыгаем с одного на другой, то одно из магазина купим, то в другой компании, а вот Oriflame — это такой продукт долгосрочный, начинаешь им пользоваться, и постоянно эффект улучшается, то есть идет такой накопительный эффект. А я уже пользуюсь этой продукцией 23 года, представляете? Это же огромный срок. Так, заказ от клиентки. Это тональная основа Giordani Gold, именно основа флюид.
та, которая превращается в пудру, у нее такой вот финиш красивый, матовый, бархатный. Я думаю, что ей понравится, и поэтому прям порекомендовала. Она не всем прям идеально подходит. Есть у кого-то ее видно на лице, у кого-то в порах забивается. Вот у меня она в порах забивается. А вот у кого кожа пожирнее, тем просто идеальный вариант для того, чтобы привести лицо в порядок. Она очень укрывистая, мне нравится, что она прям вот выравнивает кожу. Если есть какие-то недостатки, неровности, капиллярчики просвечивают или точки там есть какие-то на лице, следы от акне, то это вот все прям выравнивает, такое лицо бархатное, супер просто. Так, что я заказала себе? Ну конечно, новинку, разве я могла бы пропустить ананас и имбирь? Нет, я этого пропустить не могу. Давайте срочно нюхать, потому что это крем для ног смягчающий и дезодорант для ног тоже смягчающий. Такое я первый раз вижу. Пробуем крем для ног. Так как это себе, можно смело прям... Ах, как пахнет! Ну-ка. Ой, еще возьму. Я сначала в корзину положила их побольше, потому что я такие фруктовые продукты не пропускаю. Я люблю ароматы в парфюмы, чтобы там были фруктовые ноты обязательно. Я не люблю чисто цветочные ароматы, я их очень редко люблю. Бывает иногда роза, которая вот нежненько пахнет, но крайне редко. Мне нравятся чисто цветочные ароматы. А вот когда есть фруктовые ноты, это ананас. Прям вот классно. Я и имбирь не чувствую. У меня как будто бы, знаете, какое-то ощущение на коже интересное, как будто согревающее такое, странное ощущение. Но имбирь же он согревающий, вот я его сейчас чувствую. Не то что жжение, а вот легенькое-легенькое ощущение, но оно есть. Интересно. Ну и дезодорант. Я специально залезла в интернет почитать про этот дезодорант, потому что меня смутила надпись «Смягчающий дезодорант». А будет ли он дезодорировать, подумала я. И да, действительно, там так и написано, что он обладает дезодорирующим эффектом и смягчает кожу ног. Можно распределять просто на чистые ноги и можно даже через капрон. Точно такой же ананасовый аромат, это просто прелесть. А можно распылять в обувь для того, чтобы обувь вкусно пахла и чтобы чувствовать себя очень комфортно. Я знаю, что проблема с неприятным запахом ног многих беспокоит, и я могу сказать, как избавиться от этого неприятного запаха. Ну, это бывает порой очень долгая, длительная процедура, потому что если идет нехороший аромат, значит это может быть грибок. То есть нужно посмотреть, да, состояние, ходить к специалисту, чтобы посмотрели, что не так. Но я расскажу прям реальную историю с реальным человеком, когда он у меня заказал масло чайного дерева и им обрабатывал ноги и пользовался дезодорантом. У нас раньше был такой мятный дезодорант и тальком для ног. У нас была целая серия такая, желто-зеленые флакончики. И вот чайное дерево обладает очень мощным антибактериальным и ранозаживляющим эффектом. Если распарить ноги, оттереть их пилками, щетками, то есть максимально вычистить все, состричь там ногти и так далее. Ну вы понимаете, о чем я. И все смыть чистой водой, вытереть и нанести масло. То есть масло везде, под ногти, вот во все эти трещинки, между пальчиками. То есть обработать и пусть оно впитается. И потом пользоваться на выход дезодорантами, тальками, кремом мазать, чтобы есть у нас дезодорирующие крема, питательные, если кожа сохнет, то проблема уходит. И вот этот человек мне был очень, я ему благодарна, и он мне был благодарен за то, что эту продукцию я доставляла. А я благодарна за эту историю, потому что я знала, какая это огромная проблема, и она решилась. Просто вот супер, надеюсь, вам тоже будет полезно. Если какие-то вопросы есть, пишите в комментариях, я обязательно вам отвечу. Так, что еще в заказе, вы будете, может, потом смеяться. Сейчас покажу аромат. Это повторный заказ от моей подруги. Когда мы выбирали в прошлом летом аромат, я ей порекомендовала этот, потому что вы писали, что он классный, что он звонкий, легкий, позитивный. И я ей говорю, тебе понравится, вот попробуй. Заказала пробник. Понюхали, класс. Но знаете, что пробник
не передает всей красоты этого аромата. И когда я привезла аромат, мы его открыли, она нанесла на себя, я понюхала и сказала: я тоже хочу, дай побрызгаться. И теперь, когда я бываю в гостях, я брызгаюсь, я себе не покупаю. Ну, просто потому что у меня уже более 50 ароматов, ну куда мне еще, я все-таки хочу их немножечко хоть использовать. А моя подруга заказала повторный, потому что она говорит: слушай, у меня вот стоят еще несколько, но я все время пользуюсь этим, поэтому давай повторим, нравится, классный, надо пользоваться. Так, что здесь еще, над чем вы будете улыбаться? Наконец-то, да, у нас появились в продаже крема для осветления, серия Optimals. И когда я делала заказ, я сначала положила в корзину и те, и другие, а потом думаю, надо все-таки уточнить, сколько кому заказывать. И пока я делала уточняющие действия, дневной крем осветляющий пропал на складе. Когда я села делать второй раз заказ и увидела, что только ночной есть, а дневных нет, а их нужно наоборот очень много, я расстроилась. Но как-то чудесным образом, я не знаю, как это работает, я добавляла что-то в корзину, что-то убирала, корректировала заказ, звонила еще другим девчонкам, выясняла, что кому нужно, и вдруг у меня появляются 4 крема. Я не знаю, как они появились, потому что писали в этот же день уже позже, что их нету, или раньше, то есть не было их на складе, но они пришли. Я еще потом накладную пересмотрела, думаю, может, это какой-то технический сбой, и мне их вроде бы как добавили, но на самом деле их не будет. И я, когда открыла коробку, первое, что я посмотрела, есть ли они в наличии. Вот, как говорится, не веришь, да, но проверь. Вот, это классные крема, они действительно очень нравятся девушкам, даже взрослым девушкам, потому что они прекрасно увлажняют, они легкие, они очень приятные. А вот про ночной крем мне подруга сказала, что это просто, это он какой-то пушистенький, он такой приятный, я в него влюбилась. Поэтому тоже смело рекомендуйте. Самый классный эффект у этой серии то, что кожа выглядит светлее, а с возрастом у нас появляется все-таки какая-то серость, уходит вот этот вот звонкий девичий румянец, который так украшает, придает вот этот внешний вид здоровья, да, вот красоты, молодости, румянец уходит и появляется, да, вот эта серость. А эти крема, они осветляют, особенно после лета всегда у нас, да, какие-то там проблемки вылазят. И вот девчонки пользуются регулярно, говорят: слушай, так классно, просто это открытие, вот такой крем получить и за такие небольшие деньги. Так, что у меня еще очень много в заказе зубных паст, это мне и моим подругам. В этом каталоге у нас травяные пасты идут по акции и освежающие, и мы любим и те, и другие. Так, еще одна травяная и еще одна освежающая. Вот смотрите, сколько паст в заказе. У меня вот, значит, был небольшой запас зубной пасты. Я думаю, ну все отлично, у меня пасты хватит надолго. Тут звонит подруга: слушай, говорит, у тебя есть медовый крем для тела? Я говорю: есть. Я заеду, жить без него не могу, у меня кончился, только крем возьму, даже подниматься не буду, просто забегу, возьму крем и уеду. Я говорю: ну окей. В результате она заехала, я говорю: ну пошли глянешь, у меня там помадки какие-то есть, еще что-то. Она: да вроде ничего не надо, ну пойдем. В результате забрала две пасты или три, две пасты, три щетки зубных, две помады, что-то еще, не помню. То есть огромный сделала заказ, с целым пакетом ушла, ну и медовый крем, конечно. И в результате у меня паст зубных практически и не осталось в запасе, так что я себе немножечко, и девчонкам тоже заказали пасты, потому что кто пасты попробовал наши, уже знает, насколько они хороши. Это действительно очень классные пасты, вы можете своим стоматологам скинуть описание состава, и они вам скажут, что это паста по цене не высокая, а по качеству как профессиональные, которые в два и выше раза дороже, понимаете. У нас очень хорошие пасты, одобрены шведскими стоматологами. Что я еще заказала? Два кусочка мыла. Ну вот знаете, дыню и кокосовая вода, мы это мыло знаем, эту серию, она у нас была, просто обновление. А вот персик и органический овес, или абрикос и органический овес, такого мы с вами еще не... абрикос и органический овес, такого мы еще не видели. Открываем.
Ну, пахнет, но не так прям сильно, как я люблю. Нет, вот если крем я нанесла, и тут прям ананасовый рай, то здесь я такого не ощущаю. Ну, просто приятный, легкий аромат, но без ярко выраженного аромата абрикоса. Кстати, теперь мне интересно открыть и сравнить с предыдущим мылом, потому что предыдущее с таким было ароматом, я его просто обожала. Ну-ка. Угу, да, такой же. Ай, как вкусно пахнет. Да, тоже такие круглые кусочки. У меня сейчас один такой кусочек лежит как раз в ванной, зелененький, с зеленым чаем и огурцом. Я даже себе повторно еще один заказала. Мне очень мыло нравится по качеству. Этот кругляш забавный, очень хорошо в ванной смотрится. Но вот если честно, вот ожидала от этого намного больше, чем есть на самом деле. Так, и это еще не все. Под заказ у меня здесь еще тоже для подруги Дезики две штуки и крем для ног, и гвоздь программы — очки. Это для Михаила. У него до этого были очки тоже Oriflame, может быть помните, такие яркие, они в синей оправе, по форме примерно такие же, только покрупнее, и у них такие красивые, вот это, ну, не стекла, а там пластик такой высок, с высоким фактором защиты. И я подумала, что чем бегать по магазинам искать какие-то очки, тут уже проверено в Oriflame всегда высокого качества очки. Вот они приходят с коробки, в коробке мешочек, а в мешочке очки, но нет салфетки, может быть там инструкция. И вот так выглядят очки, как положено, одна дужка в пленке. И вот такие вот они, очень легкие. Вот я так смотрю на них, они выглядят как графит, такие серо-черные. А когда на просвет смотрю, то они прям вот синие, и стекла тоже. И я их примеряю. Мне, конечно, такая форма абсолютно не идет. А Миша померил, ему хорошо, мне понравилось. И очень интересная передача. Слушайте, все какое-то стало такое холодное. То есть реально у них вот этот пластик, он делает все не желтым, как многие очки, или естественно, а он реально какой-то вот в холодный оттенок. Ну, интересные. И самое главное, материал такой приятный, они очень легкие и на ощупь такой, знаете, не скользкие, как будто они такие вот матовые. На ощупь и на вид они матовые. Вот такие классные очки. В общем-то, это все. Такой у меня крутейший заказ, я очень довольна. Особенно я люблю, когда приходят новинки, а это крем для ног и дезодорант, прям сразу начну пользоваться, очень нравится. И в общем-то, я думаю, что мои клиенты тоже будут рады, что наконец-то появились крема для лица. Я жду от вас обратной связи, отзывы, что себе заказали, пишите. Если уже какую-то продукцию заказали, в 7-м каталоге огромное количество новинок. Мне, конечно, интересен вот этот стик и матирующий интересный ролик, который можно мыть, минеральный, помады новые, но я не стала заказывать, потому что у меня целая коробка помад, я даже уже начала какие-то выкидывать, смотрю, срок годности заканчивается, и решила немножечко остановиться. Стоп, да, не надо слишком много, потому что жалко, когда продукт пропадает, не используется до конца из-за того, что его слишком много разнообразного. Спасибо за внимание, желаю вам успехов и до новых встреч. Всего доброго, пока-пока.